Я начал уходить в сторону, максимально прижался к правой стороне, но он просто голову даже не поворачивал, он просто бежал прямо. Я не знаю, как сказать. Все, что мог, я сделал. Водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем Lexus, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения автомобиля, с последующим наездом на препятствие, бордюрный камень не повредив его. В результате происшествия неустановленный пешеход-мужчина скончался на месте происшествия.